А перед просмотром этого видео я хотел бы вам посоветовать канал Пельмешка Шов. Он начал играть в Bed Wars и также Skywars, то есть Майнкрафт. Ему действительно нужна поддержка, поэтому, ребята, ссылочка на него в описании. Заходите, подписывайтесь и ожидайте новых мини-игр. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, друзья, с вами снова я, Десан, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать рассматривать крутые вещички в Майнкрафте без модов, только с помощью одной команды. Вы сможете добавить кучу различных плюшек к себе в одиночный мир, без каких-то лагов, запаркой с установлением, а только с помощью одной команды. Я вам, ребята, уже выкладываю эту команду, ссылочка в описании, заходите, копируйте и просто наслаждайтесь. Но перед тем, как приступить, я хочу вам сказать то, что в этой серии мы будем рассматривать троллинг своих друзей с помощью различных блоков, команд и многого другого. Я обещаю, ребята, то, что это будет интересно. Вы уже можете заметить вот эту крутую построечку, но мы перенесемся в другое место. И также, ребята, перед тем, как приступить, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 600 лайков на вот этой серии без модов, только с помощью одной команды, то завтра же выходит следующая серия с чем-то там другим. Потому что, согласитесь, то, что нужно добавить какое-то разнообразие. И то, что это реально интересно, если мы все-таки наберем 600 лайков, то завтра же выходит следующая серия. Также оставляйте комментарии, если вы хотите со мной пообщаться. Все, что вас требуется, просто оставить свой комментарий. И буду очень сильно рад, как, если ты подпишешься на мой канал, потому что я рад каждому новому подписчику, кто вступает в нашу большую дружную семью. Все, ребята, я закончил на этом. Давайте мы приступим к самой команде. Ну что, ребята, продолжать мы будем в таком большом городушке. Я нашел эту карту, скачал, и, если честно, мне показалось, что тут будет реально очень круто показать вам этот мод, потому что этот мод без модов, то есть эту команду, потому что тут будет много взрывов. И, если честно, мне кажется, это реально будет эпично, если я тут вот это все покажу. Давайте найдем какое-то уютненькое место, может даже вот тут где-то посидеть. Во, нет, тут... Вот тут, мне кажется, будет очень круто. Перед готелем, вот тут, например. Да, остановимся, ребята, вот тут. Как же заспавнить, а как же вообще запустить эту команду? Для начала нам нужно включить вот это все. Включаем. Выдаем себе командный блок. Вот так. Майнкрафт. Нет, вот так. Командный, вот так. Замечательно. Ставим его. Нажимаем и вводим ссылочку, точнее не ссылочку, вводим эту команду. Ссылочка на эту команду уже есть в описании, можете уже зайти и просто-напросто ее скопировать. Нажимаем. Вот. Если у вас вот в чате появилась сама вот эта команда, это значит, что она успешно установилась. Если нет, то нужно что-то поменять, потому что эта команда работает только на версии Майнкрафта выше 1.8.1. На 1.8 не работает, только выше. Запускаем, устанавливаем, вот так. Круто. Все, ребята, все. Сразу бы хотел показать, где ты, где ты, где ты. Троллинг Items. Короче, я не знаю. Right to watch the explain video. Короче, вот этот чувак создал вот эту команду. Я не скрываю, это не моя команда, это другого чувака. К сожалению, я не могу его имя. Вот, вот, вот он. И Jam Minecraft. Спасибо этому чуваку. Я, ребята, не прикидываю, что это я создал, потому что никто это не создает. Это все создают зарубежные ютуберы. Может, с русских, может, там один или два чувака создают, но все остальные просто-напросто так же, как и я сейчас, переводят с английского на русский. Нажимаем сюда, тут. Это уничтожить вот эту всю построечку. Посередине это посмотреть видео того чувака, который создал эту команду. И слева это получить вот эти все предметы. И очень, если честно, даже полезные предметы, потому что вы сможете троллить своих друзей в Майнкрафте. Например, когда вы там в одиночке пухамачи играете или еще что-то, то мне кажется, это реально будет даже очень круто. Если даже на каком-то сервере, если вы там, например, администратор на этом сервере, то вы так с игроков можете издеваться, что это с ума можно сойти. Первый итем, который я хочу вам показать, это удочка. Я не буду говорить, я просто вам покажу. Удочка. 1, 2, 3. Это просто удочка, ребята. Это обычная удочка, которая обычно стреляет ТНТ. Вы такой сможете увидеть в будние дни, в любом Майнкрафте, на любых серверах, удочка, с которой вылетает ТНТ. Это, ребята, очень просто, это можно скрафтить даже в ванильном Майнкрафте, вы что, мне не верите? Но, подходишь такой к зомби, зомби, давай, или кто там следует за удочкой с морковкой, иди сюда, паскуда, и просто зажимаешь, зажимаешь, смотри, я просто зажал, ребята. Офигеть, бесконечный ТНТ.
Вот не зря я, наверное, выбрал вот эту карту, потому что это... Главное не разрушить вот эту построчку. Вроде не зря я выбрал эту карту, потому что это можно сойти с ума. Давайте взлетим немного выше и постреляем. Офигеть. Ух ты, ух, подарочек от Деда Мороза. Кошка мы кому-то оставим. И сейчас, кому нужен капитальный ремонт? Евроремонт бесплатно, тварь. Да, какие хорошие соседи. Ну, вот, ребята, это просто первый итем, это... Travable TNT, да, то есть с удочки вылетает TNT, вы просто можете зажать кнопочку, он бесконечный, просто кидать, и вот это офигеть как круто, этот весь город можно напросто просто разрушить только с помощью, зажав кнопку, правую кнопку мыши, и это реально очень круто, как будто тут какой-то Годзилла прошелся, если честно. И разрушил вот этот дом. Ну что, ребята, второй итем, который я хочу вам показать, это Squid Block. Это обычный блок... Обычный блок стекла. Синенький блок стекла. Допустим, мы берем алмазный блок, да? Допустим, вот так. Мы берем алмазный блок. Ни хрена себе тут вещичек. И говорим своему другу. Друг, вот на тебе, иди, я вообще не знаю, что сейчас. Бы какой-то эльфийский язык я придумал. Иди и добудь себе там блок вот этого алмаза бесплатно. Он приходит, начинает долбить вот это стекло. Бум. Бум. И появилась большая куча просто сквидов. Это охренеть, ребят. Вот смотрите. Если мы вот это все поломаем, то это может быть сразу. Охренеть, у меня даже начало лагать. Офигеть, это апокалипсис, ребят. Вот это... Просто обычный блок, вот даже я еще раз сюда поставлю, вот. Обычный блок, который ставится, и который просто-напросто, если вы его сломаете, то вылетает просто большая куча сквидов. Это охренеть, ребята. Но сейчас будет этих сквидов, мы сейчас убьем прям какой-то топ. Бомба будет хреначить нам в голову, голова болеть не будет, но зато мы будем убивать. Это, конечно, предназначено для серверов, то есть... я, конечно, сейчас в гейм-моде, но если я был бы не в гейм-моде, а просто выживал бы, то мне бы жопа от этого всего была. Но все же мы не умираем. Следующий блок, ребята, это... давайте сначала не от Breaking Core, а вот так. Потому что это что-то похожее на это, на этот сквид-блок, но что-то другое. Это точно такой блок же, как сквид, то есть сквид синий, это желтый. Синий вызывает кучу сквидов, а желтый... Просто поджаривает вашу задницу до золотистой корочки, ребята. Это очень круто. И сейчас смотрите, что мы сделаем, ребята. Смотрите, смотрите, это реально будет очень круто. Вот смотрите. О, вот смотрите, как это нужно все чистить. Вот заспавили немного. Смотрите, как это будет. Это просто офигеть, если честно. О, все, половины уже нет. Это очень круто. Вот так же со своим другом, например, друг, сломай-ка мне, пожалуйста, вот это. Например, вы так пришли, вот сюда поставим. Сюда поставим. Друг, я случайно поставил не то стекло. Пожалуйста, замени его на обычное. На обычное белое стекло. Хорошо. Жопа зажарена. Спасибо, друг, то, что ты мне помог, да? Это реально очень круто, ребята. Вот это лайтинг блок, который просто-напросто хреначит вас там кучей молний. Это реально очень прикольно. Ну что, точнее уже четвертый итем, это Unbreakable Ore. То есть, смотрите, сейчас я покажу вам. Вот, например, вот, ставим мы вот это, ставим. И кто-то подходит. Давайте возьмем, возьмем вот так. Во. Давайте даже выключим гейммод. О, нифига себе, на земле там валяется куча золота. Офигеть, ломаем. Почему-то не ломается, а ну? Даже если будем поднимать, не ломается, и все, все, то есть, вот так лежит у вас какая-то руда, может заспаниться, может также алмазы заспаниться, и вы просто-напросто не сможете это поднять, потому что эти блоки даже не ломаются.
Что самое прикольное, даже в геймоде не ломается. То есть это похуже, чем какой-то Bedrock. То есть даже если ваш друг сможет включить геймод в Хамаче на вашем сервере, да, даже если он сможет включить геймод, то не сможет разрушить даже этот блок. Если вы Bedrock'ом застроите его дом, то в геймоде он сможет сломать. А эти блоки в геймоде даже нельзя сломать. Но вы спросите, если я это случайно поставил, как же мне это убрать? Может, это будет мне очень сильно мешать, или я потом захочу это убрать, но не смогу. Я, ребята, это вам объясню, но чуть позже, потому что у нас есть еще другие вот эти предметы. Следующий блок, ребята, это disappearing блок. Что он себя представляет? Нет. А тут есть еще... Вот, давайте лучше сначала вот эти. Вот это. А я включу день, time set day. Вот, ребята, вот. Вот, вот, то есть это золотой блок, который просто не ломается, да? А это алмазный блок, который ломается. Приходит к вам друг. О, круто, алмаз, или вы перед домом понаставили вот эти алмазные блоки. О, очень круто. Полетел в космос. Честно, ребята, это очень прикольно. Дайте я это верну сюда. Смотри, как это все разносит. А вот эта руда, смотрите, ребята. А вот эта руда, она даже не взрывается с ТНТ. Она даже с ТНТ не взрывается, ребята. А что самое прикольное, то, что этот блок реально. Вот смотрите, мы даже сейчас можем полетать, я думаю. Вот смотрите. Вот сейчас, например, вот так, да? Во. Полетели в космос, реально, это очень прикольно. И он имеет очень такую быструю реакцию. Например, если мы его вот тут взорвем, то за миллисекунду он уже взорвется в другом конце. Это выглядит как обычный алмазный блок, то есть алмазная руда, не алмазный блок. И вот, пум, только нажали, чтобы его сломать, он сразу же, ребята, сразу же взорвался. И это реально очень круто так смотреть, потому что я выбрал как раз такую карту. Вот смотрите, ребята. Все, библиотека. Нету библиотеки. Я специально такую карту выбрал, чтобы можно было тут поразвлекаться, повзрывать вот это все. Но мы сразу же переходим к другому троллингу, тролль-блоку. Это disappearing-блок. Как это все работает? Дайте минутку, чтобы я вот это все построил. Вот, ребята, я построил. Вот, например, идет такая площадка. Обычные блоки. Ой, очень прикольно. Ладно, идем. Бум! И проваливаемся в лаву. Потому что это невидимые блоки, и отсюда вылезти нельзя, да? То есть, если вы сюда попали, отсюда вылезти нельзя. И что самое крутое, я даже отсюда вылезти не могу. Это просто супер-пуперская схема. Так, сейчас, это я смогу сломать? Нет, отсюда я вообще ничего не могу сделать. Ладно, сейчас вернусь. Вот, ребята, я вернулся. Это невидимые блоки. Вот смотри, если мы близко к ним подберемся, то вот вы сможете видеть, что они реально невидимые. Ой, твою мать, а я опять упал. Отсюда выбраться нельзя. Если вы туда уже упали, то вам только, ребята, умирать. Больше вы ничего не сможете сделать. И что самое крутое, эти блоки также нельзя разрушить. Но мы сразу же переходим. Вот сейчас я еще, допустим, покажу. Эти блоки просто вот так ставятся и все, да. То есть, как обычные блоки ставятся, но они невидимые. В том смысле, что вы сможете через них провалиться. Вот, например, если вот так вы падаете в них, да. Если спускаетесь, вот, например. Во, все, мы в блоках, ребята. Если мы вот сюда спустимся, вот, все, мы в блоке. Поэтому они просто-напросто невидимые. Но, как вы спросите, сломать вот эти все блоки? Для этого есть и вот эти break trolling blocks, да. То есть вот эти специальные блоки, которые вот это все ломают. Также они ломают вот эти блоки. А вот обычные, а нет, даже обычные ломают. А нет, обычные, ребята, они не ломают. Ну вот, сразу же переходим к следующему. Это join left сообщение, если по-русски говорить. Что это такое? Например, вы играете со своим другом. И он вообще ничто не подозревает. Вы ставите вот это, спамите вот эту хрень. Вот. Это чтобы уничтожить вот это все. Нажимайте на вот эту кнопочку. Сейчас, дайте-ка я вот сюда, чтобы не взорвать. Нажимайте на вот эту кнопочку. Смотрите в чат. Херобрин зашел в игру. Ваш друг... Чего? Нажимайте вот это. Херобрин пишет в чат. Hello. Друг уже прям... Алло, скорая, у меня глюки, и переезжайте, а то меня сейчас тут сидят. И нажимайте вот это, Херобрин выходит с игры. Это очень круто, но, как я понимаю, это все можно редактировать. Вот смотрите, допустим,
Допустим, смотрите. Сейчас. Твоя мама. Вот. Твоя мама зашла в игру. Сейчас. Вот смотри, смотри. Сейчас. Хер, блин. Давайте сюда напишем. Нет, сейчас. С большой буквы. Твоя мама. А сюда. Допустим. Я люблю Эдисона, да? Эдисона. Вот. И сюда напишем. И сюда напишем тоже. Твоя мама. И как вот это все работает? Смотрите. Ваш друг сидит такой. Сидит такой, а ты ему так такой. Чувак, ты в курсе, что твоя мама меня любит? Он такой, ты что, дурак, что ли? Хочешь, я тебе это докажу? Ну, докажи. Твоя мама зашла в игру. Твоя мама, я люблю Эдисона. Твоя мама вышла с игры. Это реально можно редактировать, и если честно, это очень прикольно выглядит. А поэтому, ребята, пользуйтесь вот этой хренью. Это реально очень смешно, можно прикалываться своими друзьями. А то, что вообще Херобрин может просто зайти в игру, Херобрин зашел в игру, Херобрин вышел с игры, это реально обосраться можно. Поэтому это реально очень прикольная затея. И последний наш итем — это jumpscare. Вот смотрите. Напугались? Ну, чуть-чуть. Я когда первый раз вот это выпустил, я прям этого звука напугался, а не самого того, кто выскакивает. Ну, вот, например, посмотрите. Вот. Короче, скелет на вас забегает, да и все. Ну, то есть, так это не страшно. Вы прикиньте, если вы там со своим другом ночью играете, да, то есть. И ты такой, ну, я сейчас отойду в туалет, да, и нацелился так на него. Он такой стоит, смотрит, и ты как однажды, пум, хренак, блин, просто даже в том же Майнкрафте, ну это страшно, когда на тебя выскакивает какое-то там скелетное чучело, и просто-напросто с этим визгом, да, на тебя бежит, то реально можно ночью обосраться. Поэтому это можно даже иногда напугать кого-то, или, например, даже на сервере, там, игроков, просто подходишь к нему, этому... Этому. Ну и чтобы, ребята, долго не засиживаться, я уже одел наушники. Давайте мы, наверное, на этом будем уже заканчивать. Ух ты, нифига себе. Смотрите, что я нашел под конец. Что я нашел под конец, это... Красная площадь, можно так сказать. Но ну, никакой площади тут нету, но все же очень красиво реально это все построено. А больше, ребята, я ничего не буду разговаривать, ничего не буду говорить по этому поводу, то есть по поводу этих итемов. Я вам, ребята, все показал, я надеюсь, что это вам действительно очень понравилось. Это, ух ты, как я понимаю, это у нас, это у нас Америка, ребята. Давайте мы пойдем в гости к нашему дружку Обаме. Здравствуй, Обама. Сейчас мы к тебе наведуемся с евроремонтом, покрасим тебе стены, сделаем тебе, не знаю, там пол... Алюминиевый. И какой алюминиевый, какой там пол есть, я не знаю. Но это реально очень круто, ребята. Смотрите, вот эта удочка, это офигеть как полезная хрень. Только не нужно этим злоупотреблять, потому что даже комп залагивает немного. Даже у меня залагивает, когда вот этого куча всякого динамита. Поэтому, ребята, злоупотреблять этим не нужно. Ух ты, сейчас, ребят, лучше вообще вот так, смотрите, ребят, сейчас, эксплозив. Где вот это лайки? Вот смотрите, поставили вот сюда. Зарядили криперов, и сейчас тут вообще ядерный взрыв будет. Ну ладно, ребята, я сейчас повторюсь. Наверное, на этом мы уже будем заканчивать. Ссылочка на вот эту команду у вас будет в описании. Я буду рад, если вам вот это все понравилось. Также, ребята, я еще раз повторюсь. Я буду очень сильно рад, если мы наберем 600... Ух, ни хрена себе. Если мы наберем 600 лайков на вот этом видео. Потому что я буду знать то, что вам нравится эта рубрика. Разнообразие же нужно. Я думаю, вы со мной согласны. Закончим мы на Эйфелевой башне. Потому что это реально очень прикольно, и вот эта вся рубрика реально очень крутая, я надеюсь, что вам это все нравится. Поэтому, ребята, я еще раз повторюсь, наберем 600 лайков, сразу же завтра выходит следующая серия какой-то другой команды, которая добавляет тоже какие-то крутые вещички в Майнкрафт. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Также это действительно даст мне больше сил для записи
для записи новых видео, и я еще, наверное, еще больше буду любить своих подписчиков, если вы все-таки вот это поставите. Также, ребята, не забываем оставлять комментарии, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Я общаюсь со своими подписчиками, и действительно, ребята, я прочитаю ваш комментарий, постараюсь на него ответить и также с тобой пообщаться. И кто еще на меня не подписан, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Ребята, я надеюсь, вам эта серия понравилась, надеюсь, понравился вам обзор, эта команда. Заходите, копируйте, скачивайте, это работает на версии 1.8.1 и больше, меньше не работает, только больше. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты ж мой фанат, у нас большущая семья, все подписчики и я.